Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я вам покажу очередное мировое событие. Находится оно в Леде через Тершире. Вот. Находится у нас, получается, вот здесь, вот, там, где вот наше поселение. Мы находимся в Англии. Да. Вот наше поселение. Уходим на северо-запад. Вот, до Цудова. Здесь как раз получается южнее нашей точки этой быстрого перемещения стало Рагнарсонов. Вот она наша точка. Ну что ж, приступим. Эй, ты это видишь? Да, странно. Какая-то аномалия. Все прочее в симуляции застыло. Вижу рядом свободный пакет данных. Попробую выудить. Давай, но осторожней. Мы не знаем, что это. Нафига. Прожектор теперь нажимаем, да, он нас стабилизирует. Данные, да? Ага. Прикольно. А, все, я понял. Я все понял. А, нифига. Вот так вот. Ты же типа я не попал по нему, сука. Сейчас попадем. Угу, сука, конечно. Проснись, любимый. За дверью воины. Им нужен ты. Мы оба. Так тому и быть. Я их не боюсь. Выплесну свой гнев им в лицо. Они не станут тебя слушать. Я обращусь к совету и расскажу, что сделал ярость бури. Они уже здесь. Сейчас не время. Опа, нифига. А, все, я понял, туплю. Ну, вот так вот здесь, смотрите. Это переводим сюда. Да.
Теперь мы это переводим сюда. И все получается. Бека, приближаюсь к пакету данных. Вижу. Зашифровано, но ничего сложного. Есть. Все, взаимодействуем. Нифига себе. Прикольно. Ну что ж, ребят. Ну вот, аномалию они ему завершили. Да. Так что как-то так. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем счастливым. Всем пока.